Время выхода из Марины Танжер. Мы сейчас стоим на пирсе. Нам нужно перейти на гостевой для того, чтобы оформить все таможенные дела. И, собственно, дальше Гибралтар. А ты их можешь лопнуть, там да, прикольно будет. Я согласен. А ну лопнуть. Я руки хочу помыть. Сначала. Занесешь инфекцию, интересно. Ну будет. Ладно, давай потом посмотрим. Будет больше лопать. Это как сыр и дырки, знаешь? Фу, прям в экран. Под рулькой давай. Жень, под рулькой морду влево. Я отпускаю шарфов? Да. Стоп, под рулька не дышит. Ничего, выезжай тогда без нее. Бери на швартов, иди, я пошел на подрульку. Мы без нее тоже выйдем. Меньше газа, да, нормально. Пройдешь, я надеюсь. Закидывай, газом закидывай. Стоп. Подрулька, да, отлично. Все, ну нам она уже не нужна. Давай, газку. В таком режиме можешь уже просто без... Все, тормози. Вот туда, чуть... Все, ты уехал уже, морду туда и тормози. Просто тормози. Тормози. Не надо, нормально, мы сейчас доедем. Я вижу, ничего. Это не страшно. Ну что, готовы? Готовы. Жень, давай морду. Снимай, поехали. Вундабар. А, дирекция спать. Вон этот кошмар идет. Ужас, летящий на крыльях. Знаешь, какая у него скорость? 35 узлов. До 40. До 40 на ходу. Отхол? Женя, набей еще? Не, набит, нормально. Перфект, нет. Давай. Блять, это то, что да уже почти пошли, сожрали. Ты такую забираешь. Какая жалость. Я ее хотела. А он, видимо, не ел ее еще, не знаю. Мне они просто понравились.
Очень-очень. Обидно стало. Итак, сейчас задача. Уже не перейти ТСЛ. ТСЛ? Я думаю, мы так и сделаем. Это такой, как дорога, как магистраль, только для больших судов. Это в холодильник один стоял. У парусных лодок совершенно нет никакого приоритета. И, скорее всего, их мольбы о том, что их нужно пропустить, будут проходить мимо по каналам радиосвязи. Поэтому сейчас Женя будет импровизировать, рулить, педалить и, в общем, всячески пытаться выжить в этом суровом мире. Канал Гибралтара. Сделай еще раз так. Вот будет сигналить им. Правильно, молодец. Властвуй, доминируй, унижай. Ты очкуешь? Нет, я не очкую, мы так много раз делали. Очкули! От него! А он валит где-то 35-40 узлов. Такая вот быстрая моторная лодка. Эти вот волны, которые вот сейчас вы видите справа, это Water Turbulence. Тут встречаются океан и Средиземка, поэтому... Здесь оно все кипит. Качка! А что хлопает? Друзья, хлопает. Внимание, пиздячка! Water Turbulence! Пиздячка! А второй пока нам не нужен. Если первый мы пройдем с большим CPM, то второй он будет уже любой. Только угол держи. Угол держи. Сейчас перелетит, будет жопа. Давай я сделаю. Все? Набил? Так, ты... Набей отхол, назад оттяни отхол. Нет, в другую сторону. Сейчас, сейчас. Ты там сиди, ничего не делай. Сережа, да. Смотри второй сипей. Чуть правее. Да, вот так. Тебе нужно его сейчас где-то так держать? Отлично. 0,2 мили. 0,2 вот мили, 13 большие. Минут. Нет, со вторым. Это со второй, да. Вот сейчас, чуть правее берись. А если мы сейчас вот правее приведем, сколько будет? Правее... Сейчас, подожди, дай мы станем на угол. Ставьте сначала. Давай. Проверь, ты с этим уже там приблизительно расходишься. Он идет быстрее, он же очень быстро идет. И это ТСЛ. Только его одна часть. 0,3 мили, 12 минут. Отлично, идем. Нет. Понял, да? Угу. Так, этого мы пропустили. Хорошо. Попозже, да. Я вижу, вижу, вижу. Ну, слышно. А ну, Женя, покажи, что мы можем. Давай, Женя! Разрыгивай! Вот эти маленькие штучки, это Water Turbulence. Такие, пью, 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 пью. А вот тут... Это ж турбулентно. Нет, я не видела.
жрем конфеты. Что это? Что? О, это вкусняшка марокканская. Так мёд из зелёных птичек. Дошли до меня слухи, что мы немножко быстро едем. О, нормально едем. 10-1. Шлись. Десяточку разменяли. Десятку топил через ТСЛ. Ну вот мы и прошли ТСЛ. И сейчас идем в сторону Тарифу и туда так вдоль берега, пока не придем в Гибралтар. Вот сюда. Крещеный ТСЛем. Водой этих смешений течений. А мы идем сейчас, это Тарифа. Уже Испания. Все же смотрели пингвинов Мадагаскара, когда у них в самолете лампочка такая мигает, и этот шкипер говорит, типа, инструкцию, и так по этой лампочке. Вот сейчас горит аварийное давление масла. Ростик, сделай что-нибудь с этим, пожалуйста. О, нормально, ничего, молодец, спасибо. О, значительно лучше. Мы, короче, просто заклеили вот эту пищало, которая орет, чтобы оно нам не мешало нормально яхтить, потому что реально раздражает. Заклею уже по-человечески. О, значительно лучше. Я починил. Короче, починили. Сейчас вообще все хорошо. Но на самом деле мы проверяли все масло, все давление, там все в порядке, просто что оно орет, никому не ясно. Но там теории все должно быть хорошо. А, смотри, смотри, смотри. Она на левый крен и отключается, да? Пошли. Возможно, это фильтр. На самом деле она может отключаться просто через какой-то промежуток, и потом опять срабатывает. Нет. Как это нет? Запросто. Ой, тут такой разрыв. Посмотрел на красоту. Там еще под редуктором эмульсии есть немного. Да, есть. Расходимся сейчас с лодкой. Это вообще это парусная лодка, но она идет под мотором. То есть у нас такой же ходовой огонь. Так, это мы проходим сейчас ближе к Гибралтару. Ха-ха. Сейчас вот такой туман у нас. Нас встречает Гибралтар. Туман, да, надо гейн накрутить. Короче, не видно здесь вообще ничего, как вы видите. Даже не видно нашего ходового огня, но при этом... Чувствую себе туман. У нас облачка, ну, такие плотные, когда... Ничего. Мы включили радар. Так, это все у нас крутой такой именно радарище, прямо как из фильмов про шпионов. Old school. Но он работает, и главное неплохо, и главное все показывает. У нас что-то прямо по курсу. Это туман. Ты думаешь? Не, что-то именно конкретно. В таком же радиусе, как позади. Вот они как да. Начали позади, так и впереди. Вот опять. Появилось, я думаю. Ну, короче. И оно сейчас не будет смещаться. Ну, хочешь, я гейн настрою. Они там вкусняшки помоют, теперь моют посуду. Да. А у нас тут туман, между прочим, ни хера не видно. Ваши проблемы. Нет, тут вот это вот большое такое зарево, это стоит какой-то мотор-весел.
коммерческий. Выглядит как берег, но это на самом деле просто какое-то коммерческое судно. И вот сейчас мы, когда зайдем туда в середину, пока здесь туман, но я надеюсь, когда мы подойдем к марине, Гибралтару, тумана больше не будет, и будет у нас прямо красота. Расступится перед нами. Да, расступится перед нами. Ой, Ростик-то все равно не видно, поэтому пофиг. Еще яркой жопой, как будто с большим этим хвостом. А вдалеке тут это Испания, а с правой стороны Гибралтар. Это разгрузочный, да, разгрузочный терминал. Такой яркий, класс. Нет, перевозчик, да? А, может быть, кстати. Да, вообще он выглядит такой, как корабли, эти машины возить, но это не он, это наверное, газ. Газ еще там сверху баллон, тот, который сжиженный. Ну да, да, да. Вот еще один какой-то большой стоит такой. Что-то сухое грузит, наверное. Ну, да. Гора, да, кусок так красивый. Ага. Свечи. Да, снимаю. Ой, так все. Я думаю, просто паром. Газовый нет, газовый же баллон. Ну да, я не очень разбираюсь, если честно. Заходим сейчас в Гибралтар на испанскую сторону. А это рыбацкий. Не, это фишинг, вон, смотри. Вот мы, нам нужно стать перед этим катамараном. Ну все, поехали. Не влезли. Не влезли. Сайдом? Вон к сайдам портом, да. А, давайте тогда фендеры на порт. Вообще отличный дизайн, очень нравится. Руль туда. И стоп. Так, Ростик нас ждет. Мне главное нос, чтобы подъехал. Счастливо оставаться. Ты тут не пропадешь, я думаю. Там были расписаны на зонах, типа, тут разосранный, художественно разосранный пирс. Давай. Абстракция. Нет, по вантам это там. Ну ладно. Абстракция из помета. По задним вантам, по дизайну. Ванты вон заканчиваются. А, там? Да. Нафиг оно там надо? Так и что, так там шары работают. Он больше нигде не будет работать. Вот тут ровно он работает. Ты обосрал пирс. Вообще крепко. Слушай, вот это не уже... маневрировали, что... Это
Знаешь, есть такой художественный стиль поинтеризм. Там точками рисуют, короче. Поинтеризм точками гадят. Полетный поинтеризм. Вот, друзья, мы зашвартовались в Марине Гибралтара, в испанской части. Завтра мы будем проводить оформление для того, чтобы нам поставили штампик в паспорт о том, что мы такие зашли в Евросоюз. А на сегодня отдых. И вот наступило утро. Выходим наверх, я вам сейчас покажу, как выглядит Марина. Это испанская Марина, которая находится рядом с горой Гибралтар. Вот сама гора. Мы вчера швартовались, вот этот понтон, вот, который я вам сейчас показываю. А сейчас мы перешли на заправку. Заправка находится прямо на выходе. Вот она. Потому что здесь слева Марина офис, где происходят все оформления. Кастом иммиграция находится далеко. Вот где-то вот аж вот там. И ребята пошли туда оформлять, взяли все паспорта и пошли на оформление. Мы пока стоим вдоль пирса и ждем, пока они придут с паспортами, и мы пойдем на заправку Гибралтара, зальемся дешевым топливом и вперед, собственно, уже дальше на материковую Испанию. А еще я вам сейчас расскажу немножечко про Амель Intelligence Technology. У нас не работает помпа пресной воды, но она просто старая, ее надо поменять, но сейчас поменять ее негде. Поэтому у нас очень простое технологичное решение. Помпа просто тупо залипает. Ее нужно потрусить, тогда она начинает работать. Как это у нас реализовано? Показываю. Эту мистическую веревочку, которая идет в машинное отделение. Открываем. Так. Наша веревочка идет там внизу к помпе. Вот там она лежит. И все, что нам нужно сделать, это вот взять веревочку. Сказать волшебное слово «помпа, заработай». И ударить ее об дно. Вот вы слышите, она запустилась, как двухтактный мотоцикл. Все, теперь у нас есть вода. Помпа качает воду, и у нас есть давление в сети. И мы можем сейчас запустить стирочку. Так, Гибралтар ждет нас. Заходим на заправку, сейчас отшвартовываемся и валим из этого прекрасного места. Нам паспорта поставили все в штампики. Единственное, что попросили в следующий раз прийти в полицейский участок для оформления. Но сейчас они приехали, и, собственно, мы готовы. Потом мне морду отпихни ногой. Готовы? Нормально, Сереж, все. Старборд сразу можешь перекидывать. Фендеры на старборд. Мы заходим на заправку в Гибралтар. Фендеры на старборд. Сюда заходим, да. И она высокая, ты помнишь, да? Конечно. Она такая же, как тут. Ой. Что? No problem. Another one time. Я знала, есть какое-то такое. Типа всем доступно. Должно We'll be right back.